Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы поиграем в игру Гипс. А почему? А потому что вышло обновление небольшое. И сегодня мы посмотрим, что это за обнова. Так, зомби-репеллент мы купили. И можно, в принципе, выходить. Сейчас мы все с вами и увидим, чего они тут новенького нам добавили. Так, ну пока я ничего тут такого не вижу. Трупец лежит. Блин, а у меня нету денег, ребята. Хотел купить кусок мяса, но не получится. Так что давайте играть в мини-игру. И насколько вы помните, в этой игре я должен, ё-моё, сколько вас, убить как можно больше зомбарей, чтобы получить приз. Так что будем стараться. Ну, как видите, уже... О, вот это хорошо. Вот это чудесно. Так, давай, давай, давай. Блин, зажали. Ядрить тебя на корень, а? Да, засада. Да, они тут будут без конца появляться. Так что всех в них не перестрелять. Но нужно как можно больше поубивать. А у меня с жизнями-то очень плохо. Да. Кормежки здесь не будет. Так что... будем выживать, сколько сможем. Так, замечательно. Шотган копится. Довольно быстро, причем ускоренный. Так что, возможно, мы здесь настреляем. Ай-яй-яй-яй-яй. Может быть, даже не настреляем. Черт подери. Ну просто, просто замес. Причем жесткий. Да, я еще давненько в нее не играл. Немножко навыки растерял. По управлению, видите, немножко подтупливаю. Ну да ладно, как говорится, за этот бой, в принципе, все навыки должны у меня вспомниться. Так, главное, что я помню, что кувырок есть. Во время кувырка я могу бить кувалдой своей, которая там у меня сзади, за плечами. Копить ускоренный шотган за черепки. Так, тихо, тихо. Блин, ну, полтора сердечка осталось, ребята, это очень, конечно же, мало. Надо было с самого начала вот так вот прыгать мне, юлить, а я как дудлик влез в самую кучу. В принципе, там-то я и потерял основную часть ХП. Ладно, не беда. Так, ладно. Ну, надеюсь, какой-нибудь приз я все-таки выиграю. Последний раз я выигрывал здесь шапку викинга за 500 убийств, если я не ошибаюсь. Надеюсь, у меня получится побить этот рекорд. Ядрите вон корень. Все, ребята, очень мало ХП. Да какое очень мало? Половина сердечка. Все. Сколько я тут замочил? Ой, не побил. 428. Слабо, конечно. Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Зато мини-игру прошли. Да. Ладно, давайте смотреть, что у нас ждет впереди. Репеллент выключим, потому что мне нужны бои. Так, больше я... Ага, вот как раз и бой. Динамит, замечательно. Мне, ребятушки, здесь нужны деньги, по большому счету, потому что я до сих пор еще не прошел последнего босса. Уж очень он там жесткий. Вот, и я коплю себе на способности. Каждая способность стоит 500 золотых. А их очень много надо изучить. Ну, по крайней мере, я так считаю. Для последнего босса. И надеюсь, что в обновлении, которое здесь у нас добавили, мне это будет способствовать. Правда, я еще, честно говоря, не знаю, что. Но что-то связано со скелетами. Насколько я помню, читал там. Какой-то новый босс здесь должен быть у нас. В общем, все это увидим. Так, отлично, деньги есть. Оборотень, иди отсюда. Ага, захотел чего. Огнемет, ребят, я из принципа не беру, потому что это вообще оружие меня бесит. Так же, как и вот этот вот обезьяноподобное существо, блин, с красной рожей. Давай, 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 вот дудки тебе. Так, вы что, ползунки, здесь ползаете? Естественно, деньги я все соберу. Все, прошли мы уровень. Так, яблочко взяли. Ну и, конечно же, монетки. У меня их очень мало. Всего лишь-то будет сейчас, дай бог, 700.
Да, 701 монета. Так, этот бонус я обойду, пожалуй. Не хочу там лишний раз тратить время. А вот на... Хотел, блин, на зомбарях покататься. Так. Ну что же, шотган — это хорошо. Тем более скоростной. Очень замечательно. Так, ребят, если из вас кто-нибудь играет в игру Гипс и знает какие-нибудь обалденные штуки, пишите, пожалуйста, мне в комментариях. И, возможно, я сделаю обзор, как я буду проходить последнего босса. Так. Я его уже раза 3 или 4 пробовал пройти, но не хватает, ребята, мне не хватает ХП, не хватает силы убить этого проклятого мага, который там летает в своей сфере. Так что будем изучать способности. Слушай, как вот меня бесит эта горилла синяя, уже достала. Пуляется там непонятно чем, какими-то красными лепешками. Ну что, все, прошли мы уровень, давайте денежки соберем все. Даже тыщенки у нас пока нету, так бы я выучил бы с удовольствием бы себе 2 очка по способностям. Так, ну что, давайте покатаемся на зомбарях. Довольно прикольная мини-игра. Опа-на. Ребята, знаете, что я вам скажу? Ого! Оу! Да неплохо, неплохо, ребят. Тут в разы стали больше зомбарей. В последний раз, когда я здесь был, ну там, ну, как вам сказать-то? Ну, промежутки очень большие были. А вы посмотрите, их здесь просто кишит. Тут можно набить себе и черепки такими темпами. Причем даже не напрягаясь. Шикарно. Хоть что-то они доработали. И, в принципе, это только в плюс нам. Так, монеточки забираем. И продолжаем давить этих гаденышей. Так, еще немножко, и у меня... Опа-на, вот я себе и заработал, ребята, на шотган скоростной. Замечательно. Дальше давим этих уродцев. Хотя, в принципе, по большому толку давить-то их больше не обязательно. Здесь надо мне собирать монетки. А я большую часть пропустил, к сожалению. Ладно, не беда. Набьем себе сколько надо. Так, ну, 1000-то здесь мы вряд ли, конечно, сможем накопить. Но 950, я надеюсь, у нас где-то будет. Так, даже 952 уже. И приближаемся мы к финишу. Так, еще монетки. Замечательно. Что вы там стоите, в небо смотрите, упыри? Слушайте, не все стоят, смотрят. Так, сколько? Итого 320. А монет я собрал 145. Маловато, конечно. Ну что же, ладно, мини-игра еще. Опа, ребят, смотрите-ка, какой-то... Блин, да что ж такое? Не дадут они мне дойти. Короче, видели там надгробная плита. Опа-на! А вот это, ребята, уже, видимо, из обновлений. Раньше никаких вот таких скелетиков не было. Это что-то новенькое. Ай, зря я тут, конечно, подорвал. Слушайте, и они довольно-таки мощные. Мало того, что по ним надо стрелять, хрен знает сколько. У них еще и тело, оказывается, идет отдельно. Ха-ха. То есть, если зомбарь погибает сразу, то тут эти чувачки без головы, без рук, без ног ползут. Да, довольно. Так, вот только оборотня здесь мне не хватало. Черт тебя подери, сейчас будет прыгать. Вот. А если бы у меня, ребята, здесь был бы огнемет, он бы меня колбасил бы до последнего. Пока бы у меня не кончился огнемет. Потому что сбить его у меня почему-то не получалось раньше с огнемета. Так. Ну, в принципе, здесь легко. Там еще какая-то кепка лежит, надо будет потом глянуть. Ну, кормежки здесь море. Да и уровень уже пройден. Так, да, забираем монеточки. Так, здесь тоже надо обязательно этот ящик. Слушайте, уже 1255 монет. Довольно хорошо. 50% к отбрасыванию оружием ближнего боя. В принципе, нам это не нужно. Поэтому пускай оно здесь валяется. А я хочу до этой плиты добежать. Ага, ребята, босс. Кладбище.
Ого, сколько у него там ХП. Ладно, давайте глянем, что это за босяра у нас такой. Так. Ползет, ползет. Блин, довольно здоровый гад. Что тут еще из-под земли, блин, появляется? Ага, надо в него стрелять. Ядрить тебя на корень. Слушайте, эти шипы прям под ногами появляются, а? Куда уполз-то, гаденыш? Так, скелет у нас этот куда-то здоровый уполз. И остались вот эти вот мелкие. Ага, эти шипы можно сбивать. Ну что же, это хорошо. Они что тут? Весь экран мне сейчас заполонят. Давайте за... Оу, оу, ребята, это что такое? Значит, шипы потом в конце исчезают, и из них появляются вот такие вот скелеты. Вместо рук с какими-то, я бы сказал, такими шипами. Так, а босс-то где? Я не врублюсь никак. Куда он там уполз-то? Когда появится? Ну что ж, я ему, в принципе, одну полоску ХП снес, нижнюю. Теперь надо ждать, когда он появится еще раз. И вообще посмотреть, что с него, в конце концов, будет выпадать. Опа, появился, появился, появился. Давайте, давайте отойдем. Опа, она рукой-то он мне как своей. Костяной, блин. Так, тихо, да что ж такое-то? Блин, эти скелеты только мешаются. Еще шипы эти вылазят из-под земли. Совсем не айсово, ребят, я вам скажу. Так. Да хорош ты. Так, опять он пополз. Слушайте, босс, в принципе, не такой и сложный сам по себе. Если бы не вот эти вот скелетики и, соответственно, костяные шипы, которые вылазят у нас из земли. Блин, причем прям под ногами. Так, это было ожидаемо. Ага, он опять тут появился. Давайте его колбасить. Да чтоб тебе, блин. Ах, жестоко, жестоко, конечно, здесь все. Ну, скелетик довольно прикольно так нарисован. А что у него? Ага, одна рука у него уже все, ребят, подбита. И он ей, оказывается, не может двигать. Да ладно. Слушайте, ну хорошо, что здесь, по-моему, скелетиков... Все. Две руки у него не действуют. Он что-то там головой бьет об землю. Не знаю, что это ему дает. Ну-ка, давайте-ка. В башню-то ему прицельным огнем. Да хорош, хорош, успокойся, псих. Фак, а? А скелетов-то все больше и больше становится, по-моему, мне кажется. Давайте Опа-на. Добиваем. Так, погладили черепушку и пинок. И шипами его пронзило. Смотрите, нам дали сундук, ребят, какой-то. Ого. Так. Денежек-то неплохо, смотрите, валит. Я пришел, было 1200, да, если не ошибаюсь, сюда. Слушайте, ну пятихаточку-то дали. Что это за дробовичок такой? Ну, какой-то кислый, если честно. Не особо меня он устраивает. Мой дробовик намного лучше. Хотя фиг узнает, в чем загвоздка у этого... у этой пушки. Так, ребята, смотрите, еще один мини-гейм. Помните, да, эту? Сейчас постреляем по чепушилам. Давай, черт, я забыл, забыл, как... Ага, вот. Ёлки-палки, пропустил. Блин, не могу, не могу вот этих подбить. Ребята, они сейчас ко мне прорвутся. Ладно, пока они там пробиваются, будем бомбить сколько сможем. Так, с минигана. Ёлки-палки, они меня колбасят. Они меня колбасят. По-моему, пора прекращать стрельбу и выпрыгивать нафиг отсюда. И уже, как говорится, с дробовика колбасить. Иначе заварганят меня здесь. Ну что, зомбари, потанцуем. Так. Слушайте, у меня, ребята, шапка. Ага, шапка надета, которая дает, если я не ошибаюсь, урон. Именно для дробовика. Не помню, правда, сколько процентов. А может быть, я путаю. Кстати, надо будет потом глянуть, действительно, что у меня за кипарик-то надет. А может быть, даже он на золото. Или на сундуки. Хрен его знает, не помню. В общем, глянем потом. Так, не подойдете, говнюки мелкие. Довольно лихо я стреляю, смотрите. Просто шикарно. Не успевают они ко мне подойти. Что за они? Что они тут? Оу, 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 оу. Как это они так через... Здорово, да?
прошли спокойно через каменную стену. Говнюки мелкие. А, все, все, ребят, последняя тут бригадка у них осталась. Мы, естественно, ее разбираем. И бонус пройден. Да, конечно, можно было бы этого всего избежать, если бы я с минигана нормально бы стрелял. Ну да ладно, главное, победили. 2,5 хпшечки у меня осталось. Так, давайте, наверное, выходим отсюда. Так, что мы можем сделать? Опять, что ли, скелетика попробовать бомбануть? Почему бы и нет, да, ребят? Так, давайте-ка глянем. Вот, в принципе, для чего я коплю деньги. Это для способностей. Вот они. Вот всего лишь сколько у меня выучено. Сопротивление к урону, но я думаю, что нужно, наверное, поднять урон от пуль. Максимально 10%. Это вот весь столбик я выучу. Вы представляете, только лишь 10% прибавки у меня будет. Но, думаю, в этой игре они существенно будут видны. Так. Восстановим себе хп вначале здесь. Покрутимся. Это у меня изучен скилл такой, что двигаешься, все. Ну что ж, давайте еще разок. Я уже, в принципе, адаптировался, точнее, понял. Тихо. Как его бомбить? Опа, шип, шип. Подтолкнул меня, блин. Все, опять он убежал. Ладно, теперь надо избегать этих шипов, которые лезут из-под земли. Ну и стараться, конечно же, избивать здесь. Ё-моё. Так, где скелеты? Скелетов почему-то не вижу. Ага, вот они появились, блин. Шипорукие. Так. Интересно, а вообще есть смысл их подбивать? Может быть, их трогать-то не стоит. Просто бегать вокруг, да и все. Так, ну что же, скелеты мы, как видите, снесли нижний столбик жизни. И мне хотелось бы знать, мне дадут еще с этого босса сундук или нет? Сейчас мы это с вами проверим. Ага, появился. Давайте, давайте еще. Мне нужно еще полоску жизни ему снести. Блин. Как говорится, блин-блинский. Половина хп у меня уже нету. Блин, эти шипы, он еще толкается тут. Так, осталось 2 полоски у него. Ладно, будем здесь пока справляться. С этой нежитью. Тихо, 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 тихо. Не буяньте, ребятушки. Ух. Давай, 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 давай. Ай, мне нужно по большому счету, блин, стрелять в босса. Но эти скелеты поганые мне не дают такой возможности. По пятам просто бегают. Так, все, одна рука у него отнялась. Осталась вторая. Короче, я ему сношу эту полоску жизни. И вторая рука у него тоже функционировать уже не будет. Он психует, бьет. Так, запомните, у меня, ребята, 369 монет. Посмотрим, сколько мы за него получим. Я так и не определился с суммой. Грубо говоря, 370. Да, вот сейчас эта монетка. Нет, не успела. Так, добиваем, должен добить. Все, ребят, 370. В общем, мы округлили. Сейчас заодно и посмотрим, сколько нам дадут денег. И что... Ага, фигушки, оружия мне больше никакого не дали, к сожалению. Так, смотрите-ка, уже 370 было, да? Ну да, ребята, 500 монет дают с босса. То есть один раз прапаться. Так, ладно, ребят, хватит нам его фармить. И так уже слишком достаточно. Так, репеллент включить. Ого, не успел. Ладно, будем этими гадами заниматься. Скелетики тут уже у нас вылазят. Так, курица. Хрен вам всем. Упыри. Не возьмете. Блин, кончился. Кончился у меня пулеметик. Ладно, эти все сосунки. Сейчас быстренько разберемся. Блин, ну вот скелетики, конечно, да, немножко напрягают. Хотелось бы мне верить, что на боссе
на последнем этих скелетов не будет, потому что там и так жесть. Так, замечательно. Оборотень, отвали. Не психуй, не ори. Сдохни ты, гаденыш этакий. Блин, я не знаю. Может быть, вместо дробовика взять какое-нибудь другое себе оружие, а? Прошел. Прошел, как говорится, заварушку. Ну, считай, грубо говоря, у меня 1500 монет. Это мне на 3 апика хватит, в принципе. Опа-на, а это что у нас тут за повозочка такая едет? Такого не было раньше. Что? Оу! Это торгаш. Ха-ха. Довольно неплохо. Нифига себе. Перекаток, дальность и уклонение. На 40% меньше урона от огня и кислота. Кстати, вот на последнем боссе это очень хорошо было бы. Сопротивление урона. 6% к урону дробовиком. Так. Арбалет. Вторичное оружие. Посмотрим. Оу, я все бабули спустил. Ядрить его на корень. Два головных убора из ящика головных уборов. Черт, у меня 245 монет всего, ребят. Прожестил я, конечно, здесь. Но я надеюсь, что вот это я покупаю. Оно будет уже потом открыто в моем магазине? На складе или нет? Хотелось бы, чтобы оно там было. Чтобы я не зря тут деньги, как говорится, сплавлял. Так. Ну, в принципе, наверное, и все. Интересно, а тут меняется ассортимент или нет? Монокль. В ящиках с деньгами на 25% больше монет. Что за фекалии я купил, а? А где мой дробовик, эй? Меня не устраивает вот эта вот ерунда. С одной стрелой, параш какая-то. Блин, где дробовик? Помповый мой. Вот фигня-то, блин. Ну и как я буду теперь ходить и стрелять за барей с этой парашей? Ай, бред какой-то. Блин, надо идти тогда обратно к себе в магазин и покупать мой дробовик. Да ладно тебе, босс. Я ж тебя и так уже заквасил здесь. Денег у меня мало, блин, 195 монет. Все деньги спустил, вы представляете, ребята, а? 1500 штуки. Как ветром сдуло. Ага, вот и дробовичок мой появился, ребят. Так, значит, мне в паб, в принципе, идти незачем. Хотя, надо глянуть, остались ли у меня там шмотки. Так, где тут у нас? Не хватает, да? А нет, хватает. Хватает, все нормально. А здесь? Колониальный шлем, кивер. Ну, я так понимаю, что сохранились. Угу. Урон от снарядов меньше. Шляпа рупера. Рогатый шлем. Темные авиаторы. Монокль, противогаз. Да, ребят, все это у меня сохранилось. Все, что я покупал. Ну, вы посмотрите еще, сколько здесь можно, блин, приобрести шмоток, очков, шапок всевозможных. Обалдеть. У меня вообще открыто всего лишь ничего. Хотя я в свое время играл в нее довольно долго. Но я скажу вам, что здесь и появилось много чего нового. Раньше такого не было. Вот этих вот рыцарских всяких шлемов, ковбойских шляп. Я такого не припоминаю. Да, это, видимо, из новинок. Ну что же, ребята, в принципе, я думаю, что мы с вами посмотрели, что у нас появилось новый босс, скелеты. И на этом я буду завершать эту игру. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих выпусках. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч!